от читателя моего блога о свободе, и сейчас мы снимаем это видео с Перу. Мы находимся в городе Куско. Надеюсь, вы знаете его историю. А если не знаете, нужно обязательно приехать в Перу и посмотреть, и поездить здесь, и все это самостоятельно изучить. Я надеюсь, вы читали 10 причин, почему нужно путешествовать самостоятельно. И это одна из этих причин. Это вот быть вот в таких местах, смотреть вот такие виды. Получать удовольствие. Да, когда светит солнце, идет дождь, мы находимся на самой высокой точке этого места. И изучаем географию не по учебнику, а вживую. Это очень интересно, смотреть, наблюдать за жителями, смотреть, пробовать эту еду вкусную, необычную, совершенно отличающуюся от нашей. Вот эти виды, вот эти животные. Так что мы звали вас. Никогда, ни по какому атласу географическому вы не увидите то, что здесь мы видим сегодня. Никогда вы не изучите эти обычаи. Вот видите, вы никогда вы эти одежды не поносите в географическом кабинете школы. На самом деле причин очень много. И одна из причин — это то, что мы можем выбирать вот такие путешествия и такие возможности делать фото, делать видео вот в таких экзотических местах. Читайте наши статьи, мы будем вас радовать.